Индекс деловой активности в области промышленного производства 19 стран еврозоны в январе вырос до 55,2 пункта с 54,9 пункта в декабре. Об этом свидетельствует окончательная оценка исследовательской организации Market Economics. Показатель превысил ожидания аналитиков. По предварительной оценке в январе индекс составлял 55,1 пункта. Market Economics отмечает, что рост активности заводов еврозоны достиг максимального уровня почти за 6 лет.